что всем вот такого кошачьего пушистого утра. Вот такое вот. Девушки. Утренняя нежность, дамочка. Я нашла новую кофе и хочу сегодня его попробовать. Фильтрованный кофе. Кофе так себе. Бывало и лучше. Муська успокоилась. Она у нас сегодня голодная. У нее закончилась ее пища. И я, наверное, сейчас пойду в Мигрос купить ее корм. Она ест только Вискас и свежие огурцы. Больше она ничего не ест. Ни мясо, ни рыбу, ни молоко. Вот такая вот она у нас капризная кошка. Вот такие частные домики, коттеджи. Есть глиняные, а есть вот такие вот. Улицы частных домов. Интересные домики. Я шла в Мигрос и немного заблудилась. Зашла в какой-то район. Непонятно во мне. Казалось, что я ориентируюсь в любом месте, но оказалось, что нет. Вот и рай для моей кошечки.
они опять подорожали. Получается прогулка по частным улочкам, вот таким вот узеньким маленьким улочкам. Вот такой заброшенный домик. Мне такие дома напоминают сказку Алии 40 раз... раз... Как сказка называется? 40 разбойников. Забыла сказку. Ай, господи. Вот такой вот домик. 33 двери.